Здравствуйте. Российский производитель бытового насосного оборудования Unipom предлагает серию канализационных насосных станций Senior. Сегодня я расскажу вам, где, каким образом и, главное, для каких целей устанавливают данные насосные станции. Саневорд устанавливают в тех случаях, когда необходимо отвести сточные воды от душевой кабины, унитаза, раковины, находящихся ниже уровня коллектора канализационной системы, а также в случаях, где невозможно или просто нецелесообразно организовать канализацию самотеком. Производитель предлагает три модели бытовых канализационных установок – Senior 250, 400 и 600. Начнем с 250-й станции. Она подойдет для подключения к двум точкам. Senior 250 предназначена для отвода сточных вод от душевой кабины или раковины. Корпус канализационной станции выполнен из легко моющегося пластика. Внутри корпуса установлен насос с датчиком давления, который автоматически включает и отключает насос. Канализационная станция имеет два входа для присоединения раковины и душа диаметром 40 мм. Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие диаметром 23-28 мм. Обратный клапан, установленный в выходном присоединительном патрубке, предотвращает возврат откачанной воды в станцию. На верхней крышке корпуса станции расположено вентиляционное отверстие. Двигатель насоса оснащен термозащитой, которая отключает его при превышении температуры выше критической. К примеру, в случае заклинивания, засора, при перекачивании воды свыше 50 градусов Цельсия. Повторное выключение происходит автоматически через 36 или 60 минут. Если причина перегрева двигателя насоса не устранена, цикл повторяется до выхода из станции и строя. Для присоединения к общей канализации используется патрубок с обратным клапаном, закрепив его с двух сторон хомутами. Патрубок должен быть установлен таким образом, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением потока жидкости. Модели 400 и 600 оснащены уже режущим элементом. Как вы наверняка догадались, такие станции подойдут для работы со сточными водами, содержащими фекалии. 400-я станция имеет уже три выхода. Один под 110-ю трубу, непосредственно подключенную к унитазу, и два нижних выхода к душевой кабине или раковине. На крышке станции расположено вентиляционное отверстие с сукольным фильтром и кнопкой включения. На корпусе всех трех станций вы найдете идентификационную табличку, где представлены серийный номер, показатели электросети, мощности электродвигателя и самые главные параметры – это показатели по максимальному напору и максимальной производительности. Так, Senior 250 позволяет обеспечить максимальный вертикальный напор до 5 метров. При этом длина горизонтального сброса составит 50 метров. 400-я канализационная установка позволит уже осуществить вертикальный напор до 7 метров. При этом горизонтальный сброс у нас будет составить уже 70 метров. А 600-я модель позволит обеспечить вертикальный напор до 8 метров. И при этом длина горизонтального сброса составит уже 80 метров. Для 400 и 600 установки допустимо присутствие туалетной бумаги в перекачиваемой жидкости. Но совершенно недопустимо присутствие химически агрессивных веществ, строительного мусора, бумажных полотенец и других средств гигиены. Данные станции совершенно просты в установке и эксплуатации. В паспорте изделия вы найдете подробную пошаговую инструкцию. Будьте внимательны, данные станции предназначены только для бытового использования. Промышленная и коммерческая эксплуатация строго запрещены. Такую ошибку часто допускают, предлагая данные установки для организации профессиональных прачечных. С любовью, ваш Unipom.